бегаем. Во время бега дыхательная гимнастика. Когда мы бег делаем, и во время бега поем. Сейчас смотрите, я говорю, раз, два, три, четыре, пять, вы повторяете за мной. Потом я говорю, вышел дальше погулять, вы повторяете за мной. Понятно? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Вдруг охотник выбегает. Прямо в зайчика стреляет. Прямо в зайчика стреляет. Пип-па, ой-ой-ой. Пип-па, ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Умирает зайчик мой. Привезли его домой. Привезли его домой. Оказался он живой. Оказался он живой. Так, хорошо, продолжаем бег. Сейчас еще раз, только немножко так увереннее. Хорошо? Поем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Вдруг охотник выбегает. Прямо в слоненько стреляет. Прямо в слоненько стреляет. Пип-пап, ой-ой-ой. Пип-пап, ой-ой-ой. Улетел зайчишка мой. Улетел зайчишка мой. Прилетел он домой, прилетел он домой, оказался слон живой, оказался слон живой. Молодцы. Так, а теперь то же самое, только бег спиной. Разворачивайся. Да, потихонечку смотрим. И ту же самую песню мы поем в обратном порядке. Привезли его домой. Привезли его домой. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вышел зайчик погулять. Молодцы. А теперь вот такое боковое движение. Аккуратненько. И теперь мы ту же самую песенку, только боком споем. Приготовились. Чижик-пыжик, где ты был? На базаре чай я пил. На базаре чай я пил. Выпил чашку, выпил две. Ничего не понял я. Так, теперь другим боком. И еще раз песню. Чижик-пыжик, где ты был? Чижик-пыжик, где ты был? На базаре чай я пил. На базаре чай я пил. Ты обманщик, нет там тебя. Ты обманщик, нет там тебя. Я там был, сам чай пил. Я там был, сам чай пил. Ребята, один пойдем. Молодцы, и пошли шаг. Шагом идем. Такой, молодцы. Теперь смотрите, что делаем, такой вдох. Ручки уже соединили. Молодцы. Ну что, дальше давайте немножко разминочку делаем. Становитесь так, чтобы все друг друга видели. Ко мне лицом. И давайте встанем шахматным порядком. Вот я вот здесь стою. Встали. Посвободнее встали. Да, шахматный порядок. Один впереди, один сзади. Один впереди, один сзади. Окей. Молодец. Самый маленький давай вперед должен. Впереди. Потому что тебе там сзади ничего не видно. Вот. Молодцы. Давайте такое легкое упражнение. Ножички вверх поднимаем, мы носочки ставим. Ручки вниз, ставим все равно. Ич, ни,
вам следующее упражнение. Посмотрите. Руки вверх, носочки вниз, потом вперед, в сторону. Отсюда опять вверх, вниз, вперед, в сторону. Ич, ни, сам, си. 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 Молодцы. Теперь у нас следующее упражнение. Ручки вверх, носочки вниз, руки вверх, сторону. Вверх, носочки вниз, вверх, вдох. Ич, ни, сам, си. 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 Молодцы. Первый механизм. Немножко покрутили. Ич, ни, сам, си, го, рок, сить, хать, ку, дзю. А теперь в обратную сторону крутим. Ич, ни, сам, си, го, ру, сить, хать, ку, ю. О, тяжело встал. Вот на пояс немножко крути. Так, что сейчас делаем? Следующее упражнение. Так. Оп. Садимся. Садим коленочки. Упражнение. То есть позиция называется как? Сейдзан. Коленочки. По-японски так говорят. Сейдзан. Поднялись. Ни. Ч.
Так, молодцы. Следующие люди здесь постоянно. Так, держи перед собой. И кто может, мы так же делаем, только уже руками не помогаем. Подбородок прижали к груди. Окей. Ножки мы так подняли. И покрутили. От себя толкаем. Как будто мы отталкиваем что-то. Ич, ми, сам, си, го, ро, си, пать, ку, дзю. Молодцы. А теперь смотрите, сейчас будем как будто мы наоборот к себе ногами крючками цепляем. Поджимай. Ми.
можете его сделать. Садитесь, садитесь на коленочки или сядь заняты, как обычно. Смотрите. Не очень сложное? Не сложное. Итак, это исходное. Сначала смотрите. Это исходное положение. Мы поднимаем попу. Не смотрите сейчас, только смотрите и запоминайте. Ногу ставим вперед. Ставим в сторону. Ручку ставим. Приподнимаемся на ноги. Поднимаемся на эту сторону. Опа. Поднимаемся. Ручку поставим. Сейчас я развернусь к вам спиной, и вы будете за мной повторять. Хорошо? Приготовились. Пальчик поставим. Правую ногу вперед. Теперь правую ногу в сторону. Правую ногу вперед. Приподнялись. Правая нога. Теперь что мы делаем? Левая нога согнута, правая прямая. Поднимаемся. Левая согнута, правая. Правая рука назад. Приподнялись на правой руке и левой ноге. Правую ногу расслабили, вытаскиваем ее, вытаскиваем, возвращаем на руку. Правую ногу сюда. И вернулся. Пальчики выпрямили. То же самое левая сторона. Поднялись. Ич. Ни. Са. Си. Го. Ура. Получилось? Нет. Не у всех. Что-то запомнили. Хотя бы запомнили первоначально. Мы сейдза сидим. Потом поднимаем попу. Потом ставим пальчики. Помните пальчики? Пальчики. Потом мы поднимаем ногу вперед. Это легко. Это запомнили, да? Нога в сторону. Раскрываем, да? Здесь таз. Ручку ставим. Опора. Теперь мы на руке и на ноге приподнимаемся. А эта нога, которая была в стороне, она идет вот сюда. И мы разворачиваемся. Вот получается вот так вот. Садимся. О! Хорошо, отдохнул немножко, приподнимаемся. Теперь та нога, которая прямая, эта же рука идет назад. То есть мы той же рукой работаем. И в обратную сторону значит, приподнялись. Теперь ножку легкую сюда заводим. Да, у меня тут вот. И она вот сюда. Почти выглядит дальше. Ну вот. Ну, через лет 10 там сейчас. Хорошо? Хорошо. Молодцы, давайте идемте туда становимся. Садитесь. Еще покажу вам одно упражнение, а потом передам
эстафетную палку Владислав. Помню вас мучить, а мы будем наблюдать. Знаете, что мы будем сейчас делать? Простое упражнение. Мы будем с вами учиться разворачиваться в одну сторону и в другую сторону. У нас мы можем разворачиваться через живот, внутренний разворот может быть, и через спину, наружный разворот. Смотрите, внутренний разворот, как мы делаем? Для того, чтобы развернуться через живот, мы указываем пальцами. Раз. Смотрите, повернули ногу, пальцы показывают туда. Значит, я буду разворачиваться через живот. И я животом туда веду. Теперь левая нога. Поставим сюда. Я живот сюда повернул. Развернулся. Живот повернул. Раз. Два. Раз. Пальцы показали. Два. Это же разворот через живот. Внутрь. Да? Правильно? Согласны? Да. Они со мной соглашаются. Молодцы. Никто не будет спорить со мной? Нет. Конечно, со мной поспорить. Старший не подумай. О, а ну чего, давай, с этой стороны, в ту сторону пошли. Это по своей дорожке идете? Через спину мы показываем пяточкой. Пяточка вот сюда поворачивается. Вот. Оп. И теперь спина пошла. Пяточка повернулась. Спина пошла. Пяточка повернулась. Спина пошла. Пяточка повернулась. Спина пошла. Попробуем? Поджимаем. Пяточку развели, не в ту сторону. Ну нет, пяточка. Нога, которая впереди, вот эту пяточку разворачиваешь. Пяточку, нет, в другую сторону. Куда пятку повернешь, в ту сторону будешь поворачиваться. Вот. Ну как, есть такой клиент, вот такой, Майкл Джексон. Он куда пятку поворачивает, куда его начнем. Молодцы! Хорошо. А теперь немножко сложнее упражнение. Мы будем разворачиваться с вами на одном месте. В левую сторону, в правую сторону. Смотрите, что делаем. Наружный разворот сначала, через спину. Я сейчас развернусь в ту сторону. Смотрите, пятка. Это разворот, видите, спина пошла назад. Теперь у меня носочек сюда пойдет. Это значит, уже вот живот пошел. Пятка. Я развернул сюда. Теперь левая сторона. Пятка к пятке. Носочек к носочку. И развернулся. Пятка, носок, развернулся. Пятка, носок, развернулся. Попробуем найти свободное место и самостоятельно поворачиваемся в левую сторону,
правую сторону, в левую сторону, в правую сторону. Самостоятельно, поворачиваем. Сначала мы через спину идем, да. Мы делаем еще раз, да? Пятка, носок, пятка. Пятка, пальчики, пятка. Пятка, пальчики, пятка. Смотрите, для того, чтобы вам понятно было, как разворачиваемся, есть один маленький фокус-фокус. Вот я стою вот так. Вы посмотрите, запоминаем, где у вас стоят стопы. Теперь смотрите, я правую ногу убираю отсюда, видите, у меня еще след остается, да, на ней. Видите, я убрал. У меня след еще остался. Поэтому на этот след я ставлю свою левую ногу. И разворачиваюсь. У меня получается так, что здесь я пятку поставил. Сюда, на это место я беру пальчики. То есть я развернулся, но ноги остались в тех же следах. Понятно? А? Ну да, Мате. Давайте подойдите. Садитесь. Смотрите, хорошо. Ну, далеко не надо уходить, ребят. Ну, чуть поближе. Я вот здесь стою, вот далеко. Вот здесь стою. Все. Теперь смотрите, мы делали разворот через спину. То есть мы сначала спили, пятку уходили. А теперь сделаем разворот через живот. Первое, что у нас будет разворачиваться через живот? Что указывает на разворот через живот? Вот только что делали. Пальцы. Если у меня пальцы вот сюда пошли, значит разворот через живот. Смотрите, что я делаю. Пальцы к пальцам, пятки к пятке, я поднимаюсь. Пальцы к пальцам. Первое мы делали разворот через спину. У нас пятка была. Видите, пятку указывает, что мы разворот сюда будем делать. Вот. Стич. И сам. А теперь разворот. Пальцы к носочкам. Стич. Теперь разворот через спину ведем. Пятка. То есть первоначально мы начинали через спину вращение, а теперь через живот. Попробуйте. Кто запомнил? Походим. Насколько у вас может запомнить мозг? Молодцы! Супер! Садитесь! И заключительное упражнение, которое мы с вами сделаем вместе со мной, я вам покажу. Это упражнение вместе с партнером. Сейчас я покажу, как мы делаем. Смотрите. Мы с вашим учителем Мусалом. Значит, кого возьмут за руки, тот будет вести. Руководитель, я буду руководить. Дирижер. Смотрите, что мы делаем. Вот первый разворот через живот. Смотрите, я указываю направление. Раз. И вот у меня пошел разворот. Ручки вверх пошли. И мой партнер, он повторяет за мной действие. Раз.
Ну, я ручки вверх. Теперь у меня нос сюда вперед пошел. Я его тяну за собой, ручки поднял. Вот мы встали. Фиксация, мы хорошо стоим на татами. Теперь разворот спиной. Что у нас первый идет? Когда мы разворачиваем спиной? Пятка. Смотрите, я пятку туда повернул. И теперь пошел сюда. Раз, и вернулся. И в другую сторону. Пальцы. Разворот через живот. Внутренний разворот. Я повел его. Повел. Он меня держит. Оп, растянулся. Вытянулись, вытягиваемся. Теперь спиной. Наружный разворот. Пятка. Указывает направление. Ручки пошли. Вернулись на исход. Теперь и меняемся. Я беру, да? И мой партнер ведет меня, указывает направление. И ведет меня. Я держу его руки. Да, постояли чуть-чуть и дальше пошли. И в обратную сторону. Нам не заснуть. У нас, видите, такое занятие, что можно заснуть. А? Ну что, давайте найдите себе партнера, попробуйте немножко поделать вдвоем. Как раз нам одну пару не ну, все, возьми, давайте пробуем. Возьми сальцы. Взяли все повторяем. Куда пошел? Вот сюда подойди. Если сюда подойди, зачем ты там близко? Давай. Перейдем. Забудь что-то сама. Разворачивайся, видишь? Раз. Подняли. И вот там. Давай, начинаем. Стопу разворачивай. Раз. Вот. Ты тоже вместе с ним должен повторять. Разворачиваться спиной друг друга. Выпрями. Вперед. Вперед. А, ну ты, мама. Вот. Теперь продолжаем. Разворачиваемся. Вместе с этим. Руки наверху. Руки наверху. Теперь. Стоять вместе с ним. Вверх, вверх, руки вверх. Теперь поменялись. Ты возьми. Начинаем. Кстати, на ходу будет. Смотри, что ты делаешь, Стоять? Что ты делаешь? Так, ну что, мате, давай садись. Еще маленькое дополнение и мы закончили. Итак, что мы с вами сегодня узнали? Что можно делать разворот нашего тела через спину, через живот. То есть через живот это внутренний разворот, через спину наружу. Знаем, как работают ноги, да, при этом развороте, что если пальцы вперед, то разворот будет. Пальцы указывают направление разворота, разворот через живот. Если пятка, то разворот через спину. И научились с вами делать это вместе с партнером. Вместе с партнером научились. Не торопясь. Раз. Два. Правильно? Кто самый отважный из вас? Вот один самый маленький ваш ученик сказал, что он отважный. Есть отважный? Два человека. Хорошо. Ну что вы, не стесняйтесь, ребят. Давай. Кто? Вот. Покажите. Покажите упражнение в паре.
Так, ну, ничего. Но есть над чем еще работать. Хорошо, но можно более эффективнее делать. Кто еще хочет? Давай. Еще один смело. Отважно. Есть маленькое дополнение. Начинает выполнять то упражнение, кому держат руки. Меня схватили за руки, и я буду держать руки. Если я схватил за руки Мурсалу, он начинает делать руки. Понятно? Кому держит, тот начинает делать руки. Ну хорошо. Спасибо вам за то, что вы послушали мою болтовню. Надеюсь, что вам понравилось. Вот. Спасибо, Мурсал, что дал мне возможность высказаться. Пожалуйста, любое время. Вот. А теперь мы хотим пригласить в студию Владислава Бакара. Перетащим сейчас не по порядку, чтобы друг другу не мешали. Один вперед, один назад. Вперед, назад, вперед, назад. Теперь смотрите, ножки поставили. И одну ножку вперед, и руки здесь. Раз. Thank you.
ножки скрестили. Очень просто. Ножки выпрямили. Отжались. Вот на все два. И перекатились. Снова. Поменяли теперь. И одну ногу в сторону, а другую подскочили. Потом поменяли еще раз, а потом вернули. А теперь другую ногу раз. Левый, правый, раз, левый, и вернулся, не торопясь. Затем левый.
и вернулась. Понятно? То левый, то правый. Ясно? Да. Хотите попробовать? Ну давайте чуть-чуть. Давай! Не останавливайся! Убегай! Вот! Убегай!
попробуем. Давай. Давай пара попробуем. Мустафа. Где Мустафа? Чуть поближе, чуть-чуть. Сюда ближе, мы нашли, ребят. Во, все, стоп. Построились. Прям. Так, мы вообще не построились. Ой, давай по росту. А уже начинаем. А сейчас я буду вручать подарки. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! Угадали, кто это? Да. Кто? Леди-бог. Ребята! Красная шапочка! Да, ну! Какой красная шапочка? Морзинка! Морзинка! Тоша, привет! Привет, как дела? Давай. Я привезу подарки! Подарки в студию! Журнал «Мурзилка»! Вручаю. Это вам. Поздравляю. Поздравляю. Сегодня четверг. Сегодня четверг! Это вам. Поздравляю. Поздравляю. Молодец, ты угадал. Кто угадал мне? Кто угадал мне? Ты молодец. Поздравляю. 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 Ой, молодец, как дела? Хорошо. Итак. Ну как без «Мурзилки»? Я хочу
Ну, Мурзилка молчит, но он мне говорит просто, я говорю за него. Мурзилка говорит, я хочу пожелать вам, ребята, чтобы вы не останавливались, а продолжали занятия дзюдо, самбо, любили физкультуру и понимали, что физическая культура – это одна из 100 частей человека в области культуры, как и литература, и музыка, и другие виды культур, помогает человеку более качественный прожить его счастливую жизнь. А ваш учитель Мурсал? Молодец! Мурсал, ваша ручка! Спасибо большое, что пришли к нам. Такое красивое, красочное занятие провели. Ну что, поздравляете на память? Да! Тогда садимся вот здесь. Лицом в ту сторону. Так, на коленочки, да, вот так сядем. И попросим кого-нибудь сделать маленькую фотографию. Вот так. Можно попросить. Вот так. Сейчас я настрою. Вот отсюда. Вот я настрою вот сюда. Нажми аккуратно. Вот глазок. Так, поближе друг к другу садитесь. Поближе. Так, Мурзилку взять с вами. Держите Мурзилку за. Да, иди держи тут. Смотрим сюда. Опа. Посильнее чуть. Не, нажали? Да. Не, там черная кнопка впереди. Черная, смотрите. Большая такая, круглая. Да, вот я ее и жму как раз. Не, не тужните. Ваш, отдайте. Я не пищу. Еще раз. Вот это же? Не. Вот. А, все. Так, еще раз настроились. Все отлично. Отлично. И вот там телефончик шарит. Его сбоку надо нажать, потом. Все появилось. И отлично. Для нашего тоже. Хорошо. Для домашнего. Так, ребят, смотрим. Самая сложная часть. Самая сложная часть. Ну все, ребята. Чао, какао. Пока. Пока. А как тебя зовут-то? Мухаммад. Сегодня четверг или вторник? Среда. Правильно. Мухаммад, иди сюда, я тебе фокус-фокус скажу. Если, это секрет Мурзилки, если тебе хочется на тренировку, не имеет значения вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Идешь и занимаешься. Все, понял? Отлично. Молодец. Все. Больше будет, да? Нет, нет. Все. Так, понравилось? Ну как, понравилось? Отлично. Я забыл отметить.